Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать очень быстро макияж для Хэллоуина. Ну и вообще для какой-то вечеринки. Самое главное, что нам понадобится, это, наверное, какой-то черный айлайнер. У меня от фирмы Catrice. И немножко веревки. Действительно нужно немножко, это просто у меня завалялось. Самое главное, это нарисовать контур. И теперь сами глаза. Сейчас нам нужно всю эту маску заполнить. Следующий этап – это гелевый карандаш от Essence. Вообще можете взять любой, но гелевый самый удобный в нанесении. Он дает стойкое покрытие и очень-очень плотное. Я становлюсь похожа на спасателя из фильма. Ну что, зарисовываем здесь все. Такой макияж удобен тем, что его можно сделать даже где-то вне дома. Взяв с собой карандаш, сразу же после работы, после учебы и пойти тусоваться. Постарайтесь с первого раза заполнить все пустоты, сразу же постепенно заполнять все пустоты, потому что карандаш Essence, он быстренько застывает, он фиксируется. Второй слой нанести не получится, потому что первый начинает плыть, куда-то идти, там, куда не надо. Итак, если все-таки есть где-то пустые промежутки, старайтесь их заполнить какими-то тенями. Я возьму вот эти черные тени в палетке и буду ими заполнять какие-то пустоты, которые у меня есть в моей маске. В принципе, так можно уже идти куда-то на мероприятие, если уж очень спешите. Но если у вас есть еще немножко времени, то подождите. Сейчас я вам покажу, что можно еще сделать. Следующее, что я хочу сделать, это использовать шнур. Сейчас мне понадобится два кусочка шнура, более длинный и покороче. Покороче сверху и снизу подлиннее. Желательно сразу же примериться и посмотреть. Как вы думаете, как нам их прикрепить? Конечно же, с помощью клея. Мы берем клей. Берем клей для ресниц. Наносим клей по краю нашей маски. И ждем какое-то время, чтобы он схватился и стал липким. Пока мы ждем высыхания, давайте я накрашу губы. Я возьму помаду, которая будет подходить в цвет моей блузки. Красивый цвет фуксия. И просто быстренько нанесу ее на губы. Без всяких там кисточек и выпендрежа. Честно сказать, я вот эти кисточки для нанесения помады использую, ну, крайне редко. Только когда хочу произвести впечатление. Помада Sisley L31, если кому-то очень понравился цвет. Очень хороший цвет. Ну и давайте еще что-нибудь сделаем, пока этот клей сохнет. Давайте приклеим ресницы. Я возьму уголки. Как правило, такие костюмированные мероприятия, все приклеивают вот такие вот ресницы. И ходят вот так вот, потом глаза болят. Я против. Я считаю, что это не совсем правильно. Я буду использовать щипчики Salon Perfect для того, чтобы как можно более удобно мне было наклеивать мои накладные ресницы. После того, как клей немножечко подсох, я приклеиваю мои ресницы. И это смотрится очень-очень натурально. Не бойтесь, если вы видите, что где-то там на глазах есть клей. При высыхании он становится прозрачным. Этого видно не будет. Потом мы еще смешаем его с тушью. Давайте попробуем примерить наш золотой контур для маски. Я думаю, мне нужно немножечко так подержать. И через какое-то время она схватится намертво. Как я потом это удалю, я не знаю. Кстати, не бойтесь, что у вас где-то там торчит клей. Когда он высохнет, вы его с легкостью закрасите. А сейчас я наношу клей, чтобы приклеить
эти места бусины. Ну, это не обязательно делать. Это если у вас есть время и желание. Пока!